Для мужчины самое главное украшение – это штанга. Брутальная штанга. Всем привет, друзья! Меня зовут Дима Воля. Приветствую на моем канале, друг. Ты в этом видео, а значит, ты хочешь накачаться. А если ты хочешь накачаться, то тебе понадобится штанга. Потому что в этом видео и в следующих моих видео мы будем говорить именно о накачке в домашних условиях со штангой, друг. Итак, друзья, что будет в этом паке, в этой подборке видео? Накачка в домашних условиях со штангой. Штанга, дом, ты. Это все, что тебе нужно. И у тебя будет красивое тело, как у меня. Я накачался благодаря штанге и гантелям. Но большую часть времени я посвятил конкретно базе с гантелей. Чего? Что я сказал? Базе со штангой. Вот это вот штанга. Вам советую приобрести штангу. Где взять такую штангу, вы скажете? Купить, обязательно купить. Стоит она сравнительно недорого, скажем. А каждый блин можно покупать, в принципе, по какому-то поводу, по какому-то празднику. Вам, во-первых, вы можете сами заработать. Во-вторых, вы можете ее сами сварить, сами найти вес. И сами сделать ее дома. Либо купить, вам помогут родители, вам могут помочь, там, не знаю, скинуться с друзьями. Там. Но, в принципе, промутиться им и можно. Если поэкономить немного, штангу такую можно купить, и это очень стоящая вещь. Вес для нее нужен приблизительно для хорошей накачки, конечно же, около 100 кг. Но из 40-60 кг уже можно прилично работать. Это проверено на своем опыте. Много я пи***ю для трейлера, блядь. Хотел этот видеоролик назвать «Штанга – это как украшение для мужчины, это как Пандора для бабы, для девушки». Вот девушки тащатся от Пандоры. Вот для мужика это штанга, а каждый следующий блинчик – это как новая бусиночка на браслете, как новый кулончик на цепочку, как новая какая-то побрякушечка золотая. Вот для мужика это равносильно такому, я вам говорю. Это для мужчины самое главное украшение – это штанга. Брутальная штанга с гантелями. Поэтому братишки собрались, сварили штангу в домашних условиях. Вышарить туториалов и how to сделать штангу на ютубе хватает. Можно сварить 40-килограммовую штангу, 30-килограммовую, пару штук, либо купить, разборную сделать. Короче, вы поняли. Ищем штангу, смотрим мои паки и тренируемся.